никто из группы не уцелел, все погибли. Тем не менее, они успели передать нам данные о Макмарене и его людях. Оказывается, они с Шепардом работали на одних и тех же заказчиков. То есть Шепард тоже участвовал в разжигании этой войны? Да, и у нас есть веские доказательства этого. Но правительство Конфедерации не готово нам поверить. Они все проверяют и проверяют. А тем временем Шепард активно требует уничтожить нашу группу, обвиняя нас в своих преступлениях. Ловкач. Надо аннулировать его, пока не поздно. В штате Аризона есть крупнейшее кладбище авиатехники Дэвис-Монтэн. Оно служит источником запчастей как для ВВС Конфедерации, так и для ВВС Северян. Николай занимается тем, что доставляет эти запчасти южанам. Там сейчас идет настоящая война между спецназом Северян и людьми Шепарда за контроль над этим кладбищем. Тем не менее, мы должны выдвинуться на Дэвис-Монтэн и встретиться там с Николаем. Сейчас, когда мы лишены поддержки правительства Конфедерации, он единственный, кто знает, где находится база Шепарда в Мексике и может доставить нас туда. Парни, держитесь в стороне как можно дольше. Пусть люди Шепарда и Северяне бьют друг друга. Мы можем прослушивать их линию по их же рациям. Райс, прием. Самолет Николая уже в вашей зоне. Николай, доложите обстановку. Что там у вас? Удалось ли посадить самолет? Это второй пилот. Мы подходим к кладбищу. Тут внизу вражеские подкрепления. Они двигаются к свалке самолетов. Внимание, группа Прайс. Все необходимое снаряжение для вашей группы у нас. Второй пилот. А имя-то у тебя есть? Николай второй, мое имя. Шучу. Парни, Николай будет ждать вас на взлетной полосе. Двигайте туда. Он доставит вас в Мексику. Координаты уточните у него. Это второй пилот. Мы все еще не определились с посадочной полосой. Ждите. Покажите обстановку. Что там у вас? Удалось ли посадить самолет? Это второй пилот. Мы подходим к кладбищу. Тут внизу вражеские подкрепления. Они двигаются к свалке самолетов. Внимание, группа Прайс. Все необходимое снаряжение для вашей группы у нас. Второй пилот. А имя-то у тебя есть? Николай второй, мое имя. Шучу. Парни, Николай будет ждать вас на взлетной полосе. Двигайте туда. Он доставит вас в Мексику. Координаты уточните у него. Это второй пилот. Мы все еще не определились с посадочной полосой. Ждите. Топчитесь на месте! Задвигайтесь на запад!
вами. Как только скажет система безопасности, будем садиться на запасную полосу. Ракета справа, запускай тепловую завесу. Маневр, маневр! Отгонитесь уже и сажайте самолет! Мы идем к вам! Найс, я подхожу к кладбищу. Ситуация там где с ним под контролем. Садиться рискованно. Подхвачу по дороге!
сдаться, поторопитесь! Ну, у нас мало времени! Николай нас полдня ждать не будет! Живее!